Здравствуйте, Дмитрий. Это видео про ваш объектив с одуванчиком. Как видите, все диафрагмы меняются от 1.4 до 16. На объективе для того, чтобы отрабатывать диафрагмы с камерой, должна всегда стоять диафрагма 16. Это ее автоматическое значение. Вот, теперь я вам покажу, как вынимать объектив из камеры и вставлять в камеру, чтобы не сломать одуванчик. Это нужно делать очень аккуратно. Нажимаем кнопку, которая фиксирует объектив. Поворачиваем по часовой стрелке. Аккуратно вынимаем. Вот видите, одуванчик наклеен, он не мешает линзе. Все хорошо. Таким же образом вставляем вот эта черная линия или средний контакт одуванчика по белой точке. Не так быстро, как это делается с автофокусным объективом, потому что на автофокусном объективе контакты представляют из себя пружинки на длинных ножках, а в одуванчике каждый контакт является индивидуальным и имеет свое собственное крепление. К сожалению, очень хрупкое. Вставляем по белой точке, немножечко углубляем и поворачиваем до щелчка. Вот, как видите, все диафрагмы показывают. И таким же образом кнопочку нажали. Вытащили. Еще раз показываю. Утопили, повернули, проверили. Все. Спасибо за внимание.